В Брюсселе таксисты взбунтовались против Uber. Водители такси заблокировали основные транспортные пути в Брюсселе. Они утверждают, что сервис перевозок Uber лишает их социальных гарантий. В столице Бельгии водители такси заблокировали основные транспортные пути с требованием запретить сервис Uber. Также таксисты требуют отставки министра транспорта брюссельского столичного региона, сообщает Укринформ. Как отмечается, водители служб такси заблокировали своими автомобилями основные транспортные пути и развязки в бельгийской столице, включая тоннели, основные улицы в центральной части города, в том числе и возле руководящих институтов Евросоюза, заблокированная дорога по направлению к Брюссельскому национальному аэропорту. Таксисты требуют от властей Брюсселя обеспечить социальные гарантии, которые имеют тенденцию к понижению из-за конкуренции со стороны дешевого сервиса перевозок Uber. При такой конкурентной среде цены на услуги такси в Брюсселе несколько упали, против чего выступают обычные таксисты. Из-за забастовки, которая продлится в течение всей среды, в городе затруднено движение транспорта и образовались многочисленные пробки. Напомним, в столице Испании Мадриде прошла массовая акция протеста против американского сервиса такси Uber. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net по материалам сайта newsgro.com.